А вечером в пятницу десятки ангарчан стали свидетелями серьезного ДТП на Ленинградском проспекте. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на ближайшей многоэтажке. На кадрах видно, как автомобиль Honda CR-V, двигаясь со стороны улицы Красной, при повороте налево, не уступил дорогу и столкнулся с микрокрузовиком Mitsubishi Canter. В настоящее время проводится проверка по данному факту, по результатам которой будет принято правовое решение. Предварительно усматривается вина водителя Honda. Лишь по счастливой случайности никто из прохожих не пострадал. Травмы разной степени тяжести получили водитель и пассажирка Honda.